Вернулся, значит. Нет ли у тебя еще магических свитков? Да ты же еще тени все. Нет, 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 нет! Айви! Айви! Пойдем со мной, мой друг. Я доставлю тебя на Арган. Что ты собираешься делать дальше? Отомстить Робору Третьему и его проклятым паладинам. Ты ведь даже не ведаешь, с какого края браться за меч. Они тебя как муху прихлопнут. Ты что, не хочешь, чтобы они сполна заплатили за смерть Айви? Смерть моего дяди, друзей? Конечно, хочу. Но что, если есть и другой способ отомстить, не включающий в себя героическую и бесцельную гибель? Я тебя слушаю. Говорят, где-то в горах находится древний храм. Также поговаривают, что в том храме находится божественная наковальня. Паладины Робора уже сбились с ног в поисках этого места, потому что на этой наковальне они хотят выковать себе оружие для войны с Арганом. Ясно. Я должен расстроить их планы. Точно. Да, если наковальня и впрямь существует, выкуй на ней себе какое-нибудь оружие. Это приблизит сладкий миг отмщения. Откуда мне следует начать поиски храма? На холме стоит таверна «Расколотая дева». Там ты найдешь мага по имени Даранис. Даранис – просто кладезь древних историй. Поговори с ним. Может быть, он что-то слыхал и о том храме.
Ты пойдешь со мной? Нет. Тебе нужно научиться постоять за себя самому. Я отплываю в Стюарк. Когда ты доберешься до Стюарка, спроси обо мне хозяина таверны на утесе. Он скажет, где меня найти. Что ты слышал о планах паладинов? Еще оставаясь при дворе короля Робора, я не забывал приглядывать за лордом Хагеном. А многие из обслуживающих паладинов девиц горничных были моими ушами. Кто такой лорд Хаген? Он командует паладинами и заседает в высоком совете Робора.
Я тебя не знаю. Как ты сюда попал? На лодке от самого Фишира. Хочешь, чтобы я этому поверил? Глянь на бережок, там мою лодку и увидишь. Ладно, я тебя пущу. Но если станешь бузить, то получишь от нашей братьи. От всех дровосеков, понял? Я ищу Дараниса. Где его можно найти? В зале таверны или в его комнате? Спроси Мурдру. Это ее дело знать о таких вещах. Мурдру? Ну, трактирщицу. Как зайдешь, сразу ее увидишь. Кто это тебя сюда впустил? Один из дровосеков с фермы. Ты запомни на будущее. Это я решаю, кому сюда входить. Коли будешь бузить... Знаю, буду иметь дело с дровосеками. Попомни мои слова. Я ищу Дараниса. Нашего мудреца? Ты правда считаешь, будто ему нужен? Поглядим. Просто скажи, где его отыскать. Наш мудрец протирает штаны в комнате наверху. Все книжки читай. Мне даже приходится самолично еду таскать, чтоб не оголодал. Поднимись по ступенькам балкона, а после сверни направо. Там его комната и есть. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Что за бред собачий? Если подумать. Не верьте им. Не верьте ни единому их слову. А правящей верхушке ни до чего и дела нет. Я больше не чувствую запаха. Хе-хе.
незнакомец? Чем могу помочь? Чем могу помочь? Это ты, Даранис? Да. Чего тебе надо? Я ищу древний храм, построенный в здешних горах. Да, я слыхал о храме, расположенном в этих местах. А где именно? Точно не знаю, но в крепости у Сильверлейка есть архив старых карт. Если где-то и есть ответ на терзающий тебя вопрос, то он там. А как мне добраться до Сильверлейка? На данный момент никак. На мосту, через который идет дорога до Стюарка, обосновались бандиты. Народ сейчас пытается придумать план, как совладать с ними. Помоги им, глядишь, и они тебе помогут. А кто сейчас работает над проблемой с бандитами? Мурдра, трактирщица, вне всякого сомнения. И мне кажется, какой-то план был у Раутера. Раутер? Кто это? Гильдейский воин. Он был тут буквально только что. С прозрачными намеками на то, что кто-то ведет с бандитами тайные переговоры. А где сейчас этот Раутер? Он отправился к старой дозорной башне Ситарифа. На побережье к югу отсюда. А чего ты тут делаешь? Мне казалось, маги должны день и ночь торчать в своих кельях. Разве нет? Ну, некоторые так и делают. Я же здесь по заданию, которое дал мне великий магистр Мильтон. Его очень заинтересовали древние каменные круги, разбросанные по всему Аргаану. И что, тебе удалось что-то узнать об этих каменных кругах? На данный момент только то, что они меня с ума сводят. Великий магистр нашел способ разбудить их магию. Но те круги, которые мне удалось отыскать, на мою магию не реагируют вообще. У меня такое чувство, что кто-то уже пытался проделать все это. А что происходит, когда такой каменный круг пробуждается? Судя по всему, между кругами существует связь. Если наладить связь с каким-то конкретным кругом, то к нему можно будет мгновенно переместиться из любого другого такого же круга. Мы экспериментировали с двумя кругами в Торниаре. А здесь ничего не работает. Если тебе любопытно, тут поблизости есть такой круг, неподалеку от расколотой девы.
Ты встретился с нашим аристократом? Да. Он предложил приглядеться к местным и протянуть им руку помощи. Как у тебя идут дела? Может, надо чем-то помочь? Пожалуй. Ты парень сильный, на вид крепкий. Сгодишься. Что надо будет сделать? У меня кончаются запасы медовухи. Не растяну я их до следующего привоза. Ясно. Хочешь, чтобы я раздобыл немного медовухи? Ага. У Гарва, одного из дровосеков, наверняка еще осталось несколько бочонков. Почему бы тебе не принести парочку? Я схожу к Гарву и принесу тебе медовуху. А, гости будут рады медовухе. Да и я тоже. Где мне найти Гарва? Ступай за ворота, а потом по тропинке направо, мимо старой сторожевой башни. Там его хижину и найдешь. Я слышал, что ты придумала, как избавиться от налетчиков. Может, ты мне расскажешь? Да. Хочешь выведать мои секреты? Фиг у тебя! Гарф тоже валит лес. Что ты о нем думаешь? Да, он тоже дровосек, работает на барона. Но ты лучше с ним не водись. Он пьет много, да и вообще дрянной человечишка. Давеча утопил свою кошку в ведре с помоями. Такой вот он. Где мне найти Гарва? Ступай вниз по тропе направо, затем минуй старую сторожевую башню. Там будет хижина Гарва. По дороге не зевай, поглядывай по сторонам. Там полно гоблинов.